Диспетчерская, я Нормандия. Укажите векторы места причаливания. Нормандия, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас. Мы здесь. Назовите цель визита. На борту спектр совета. Нормандия, посадка разрешена. Имейте в виду, по прибытии мы идентифицируем ваши личности. Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован. Как тут весело. Надо будет съездить в отпуск. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял.
согнать кровь. Срочно нужно кого-нибудь убить. Права была мама. Надо было надеть свитер. А тут не жарко. Жаль, не взяли с собой ничего горячительного. У меня уже снег в носках. Права была мама. Надо было надеть свитер. Ненавижу холод. Довольно. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Вы прибыли вне графика. Предъявите ваши документы. Сначала вы. Мы здесь закон. Не зарывайтесь. Я капитан Маяка Мацуо, Эланус Риск Контрол Сервисес. Я Спектр. Меня зовут Шепард. Это чепуха, мэм. Нам нужно подтверждение. К тому же, предупреждаю, на Наверии запрещено ношение оружия. Сержант Стирлинг, примите у них стволы. И не пытайтесь. Мое оружие никто не заберет. Оружие к бою! Мы имеем право применить силу. Сдавайте оружие. Считаю до трех. Раз. Два. Три. Капитан Мацуо, отставить! Их личность подтверждена. Спектры имеют право носить здесь оружие, капитан. Можете проходить, Спектр. Надеюсь, в дальнейшем мы избежим конфронтации. Паразини-сан встретит вас наверху. Ведите себя хорошо. Пора бы разогнать кровь. Срочно нужно кого-нибудь убить. Валите отсюда. Я буду следить за вами. Вы вовсе не так крутые, как о вас говорят. Я уверена, что Паразини-сан ответит на ваши дальнейшие вопросы. Не делайте лишних движений, Спектр. Я уверена, что Паразини-сан... Валите отсюда. Это детектор оружия, не обращайте внимания. Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналейса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. По-моему, ваша начальница безопасности встала утром не с той ноги. Она серьезно относится к своим обязанностям. Это ценный сотрудник компании. В мои обязанности входит помощь новоприбывшим. У вас есть вопросы? Вас в последнее время не посещал кто-нибудь необычный? Необычный? Несколько дней назад здесь побывала матриарх Азари, леди Бенезия. Правая рука Сарана? Она здесь? Могу я с ней поговорить? Несколько дней назад Бенезия отбыла в исследовательский комплекс «Вершина 15». Насколько я знаю, она все еще там. Вы можете сказать мне, как туда попасть? Вам нужно разрешение администратора Аналейса на то, чтобы покинуть порт. Где я могу найти администратора? Его кабинет на главном уровне. Как подниметесь на лифте? Налево. Мощная система безопасности для такого маленького порта. Совет директоров делает все возможное для защиты частной жизни наших клиентов. Я не дам помешать моему расследованию. Не делайте резких движений. Совет директоров может завалить вас исками. И тогда вам потребуется адвокат Азари. Поняла. Мы можем идти? Конечно. Если вам понадобится помощь, я буду в офисе администратора. А тут не жарко. Ненавижу холод. Добро пожаловать в порт Ханьшань. Лучшее место в галактике для независимых научных исследований. Чтобы сделать пребывание здесь максимально комфортным и не мешать другим, выполняйте указания нашей службы безопасности. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, наши сотрудники всегда с удовольствием вам помогут. Спасибо, приятного пребывания. Руководство предупреждало нас на ваш счет. Тут что, работают одни параноики? На вершине 15 все в порядке.
И к чему все эти слухи о Synthetic Insights? Если офис закрыт, значит, тому есть причина. Мне все равно, что там с вершины 15. Мы все давали подписку о неразглашении. Я не могу с вами говорить. Это может стоить мне работы. Руководство предупреждает. Здешние работнички улыбаются тебе в рожу и вонзают нож в спину. Мне нравится, как тут все обставлено. Дорого, но со вкусом. Торговец приветствует человека. Человек, тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань? Быстро здесь слухи разносятся. И в самом деле, досточтимый спектр. Здешние компании не слишком рады прибытию человека. Человек мог бы облегчить бремя, лежащее на плечах торговца. Если человек согласится, торговец его щедро вознаградит. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить на станцию. Но человек мог бы пронести его через таможню. Вы хотите использовать мое положение для контрабанды? Это вполне точно. Я не стану доставлять неизвестно что. Торговец должен соблюдать конфиденциальность. Будьте уверены, содержимое пакета не представляет угрозы ни для кого в порту. Я хочу знать, кому предназначен этот пакет. Клиент торговца предпочитает сохранять анонимность. Было бы глупо что-то делать, не будучи уверенной, что не поставляешь оружие врагу. Слова человека не лишены смысла. Клиент — это Кроган по имени Иноморда. Охотник за головами с дурной репутацией и взрывным характером. Человек понимает беспокойство торговца. Из-за задержки клиент теряет терпение. Я должна защищать закон, а не нарушать. Торговец понимает. Предложение остается открытым. Торговцу очень нужна помощь. Могу я кое-что купить? Конечно. Торговец приносит свои извинения. Человек передумал и готов помочь торговцу? Может быть, позже. Сейчас мне нужны припасы. Конечно, торговец приносит свои. Человек передумал. Может быть, позже. Конечно, торговец. Похоже, снаружи свирепствует буря. Я тут в свое время получил целую кучу частных заказов. Лучший способ сделать карьеру — завалить непосредственного начальника. Как сюда не прилечу, тут буран. Мне нравится, как тут все обставлено. Дорого, но со вкусом. Здешние работнички улыб... Я на службе, Спектр. Мне нельзя с вами говорить. Если сержант Стирлинг меня с вами застукает, она... Не знаю, череп мне проломит голыми руками или еще что. Кое-кто из ребят выполняет частные заказы администратора. Как хотят. Мой начальник — капитан Мацуо. Знаете, чего сейчас хочется до жути? Пончиков. Я слежу за тем Кроганом в отеле. Он наемник, звать Иноморда. Да ладно вам. Меня за болтовню с вами могут уволить.
Я на службе, Спектр. Мне нельзя... Нельзя с вами говорить. Вы ведь Спектр, верно? Руководство запретило нам с вами разговаривать. Начальство отрицает, что на вершине 15 произошла авария, но все уже знают о ней. В Synthetic Insights творится что-то странное. Администратор прикрыл конторку. На вершине 15 расположены лаборатории по био- и киберугрозам. Если там что-то идет не так, надо взрывать их, не раздумывая. Мне бы вашу работу. Летать по галактике, спасать чьи-то жизни. В детстве об этом мечтала. И как я стала бухгалтером? Вы ведь Спектр. Руководство нас предупреждало о вас, Спектр. Такое впечатление, что тут работают одни параноики. На вершине 15 все в норме. К чему все эти слухи о Synthetic Insights? Если офис закрыт, значит, тому есть причина. Неважно, что случилось на вершине 15. Я давал подписку о неразглашении. Я не могу с вами говорить. Не хочу терять работу. Руководство нас предупреждало о вас, Спектр. Уделите мне минутку вашего времени. Тот человек в баре отеля. Он торговый представитель Binary Helix. Зовут Рафаэль Варгас. Я хочу, чтобы вы с ним поговорили. Вы знаете, кто я такая? Здесь каждая собака знает, кто вы. Вы идеальная кандидатура для исполнения моей просьбы. Вы известный человек. Так, по крайней мере, считает Варгас. Он решит, что вы расследуете грязные делишки его компании. Это отвлечет его от ваших, то есть моих, подлинных намерений. Почему вы сами с ним не поговорите? К сожалению, не могу. Я уже использовала свою попытку. Он понял, что я не настоящий покупатель. Я уже попадала в беду из-за странных людей в темных углах. Я представляю совет города Арамали на Тессии. Наш город известен производством биоусилителей. И чем вас заинтересовала Binary Helix? Они ведь занимаются генетикой. Работа Binary Helix вплотную связана с биотиками. Ходят слухи, что в их филиал на Наверии прибыла группа биотиков Азари. Очень сильных. А именно, десантниц. Мы хотим устранить любой риск для патентов Азари. Вы представитесь покупателем. От имени Спектров или Альянса. Обсудите их программы военных модификаций. Настоящая ваша задача будет отвлечь его. Я дам вам устройство, которое подключится к его личной беспроводной сети. Оно заразит сеть вирусами. Когда Варгас подключится к интранету Binary Helix, вирусы проникнут в нее. Что я буду с этого иметь? Деньги, разумеется. Мне за это хорошо заплатят. И вам тоже. 500 кредитов. Интересный план. Я в деле. Превосходно. Вот вам устройство. Когда оно закончит работу, подаст сигнал. Я собрала досье на Варгаса. Если хотите, могу описать вам особенности его поведения. Расскажите, что вы знаете о Варгасе. С теми, кто зря тратит его время, он нетерпелив.
Я пыталась отвлечь его и сбить с темы. Он решил, что услуги его компании меня не интересуют. Я заметила кое-что в его поведении. Когда тема разговора ему не нравится, он начинает потирать шею. В этом случае давите на ту же тему. Это его отвлечет, и, возможно, он продолжит говорить. Пойду поговорю с ним. Надеюсь, скоро вас увидеть. День добрый. Присаживайтесь, выпейте. Что я могу для вас сделать? Кто вы такой? Лори Кин. На данный момент менеджер Synthetic Insights. У вас проблемы с офисом? Мистер Аналейс закрыл мой офис. Якобы расследует обвинение в коррупции в мой адрес. Администратор – интересный человек. Сильно разбогател с тех пор, как получил в ведение арендную плату. Явно это произошло не просто так. Именно. Я собрал компромат на Аналейс. А он нанял громил и обыскивает мой офис, чтобы отыскать его. Я подозреваю, вашу цель находится за пределами порта. Мистер Аналейс не разрешит вам путешествовать. Если вы заберете материал из моего офиса, я дам вам свой пропуск в гараж и некоторую сумму. Как вы достали такой пропуск? Я менеджер. Руководящие сотрудники пользуются свободой передвижений. Почему Аналейс не аннулировал ваш пропуск? А для чего ему? Снаружи ничего нет, кроме снега и голодных надхаков. Я обдумаю ваше предложение. Больше не буду спрашивать. О, кстати, не хотите ли выпить? Я сейчас занимаюсь исследованием бара отеля. Вы в последнее время не видели матриарха Азари? Да, она наделала много шуму. Не каждый день прилетает матриарх с отрядом десантниц. На Наверию допущены вооруженные десантницы? Не знаю, может, их разоружили. Хотя биотические способности не конфискуешь. Сарен, а следовательно и Бенезия – важные фигуры. Эти инвесторы могут продать акции, если им откажешь. Вы знаете, зачем Бенезия здесь? Она назвалась помощницей Сарена, которой поручено исправить ход какого-то проекта. Подозреваю, она говорила о вершине 15. Что необычного в том, чтобы встретить матриарха? Они редко покидают пространство Азари. Такую выдающуюся личность не каждый день увидишь. И одета была леди Бенезии соответствующая. Азари в одеянии с глубоким декольте. Молодые сотрудники просто слюной зашли, так сказать. Такие картинки можно найти на порно-сайте в экстранете. Что? У меня есть другой вопрос. У людей всегда найдутся вопросы. Я бы написал об этом книгу, если бы у меня было время. Я думала о ваших с Аналейсом сложностях. В самом деле? Вы могли бы еще раз рассказать про это? Говоря проще, администратор требует с компании Наверии откаты за аренду. Я собрал компромат на Аналейс. Я подозреваю, ваша цель находится... Если вы заберете материал из моего офиса... Я обдумаю ваше предложение. Больше не буду спрашивать. О, кстати... Не буду вас задерживать. Задерживать меня? Люди считают беседу формой лишения свободы. Понятно, почему никто из них не хочет сесть и поговорить. Похоже, снаружи свирепствует буря. Какое предложение они вам сделали? Хорошее. Но, думаю, будет неэтично называть конкретные цифры. Меня попросили не распространять эту информацию. И, конечно, весь соцпакет. Разумеется.
компания заботится о своих сотрудниках. Полная страховка, оплачиваемый отпуск, субсидии на жилье. Через год обещают опционы на акции. Слышали, какой у них санаторий на экваторе? Годный спорт, дайвинг, собственное поле для игры в Асаюру. Это для тех, кто увлекается спортом. А я предпочитаю восхищаться видами. Вы ведь Спектр, верно? Руководство запретило нам с вами разговаривать. Начальство отрицает, что на вершине 15 произошла авария. Но все уже знают о ней. В Synthetic Insights творится что-то странное. Администратор прикрыл эту конторку. На вершине 15 расположены лаборатории по био- и киберугрозам. Если там что-то идет не так, надо взрывать их, не раздумывая. Я бы пригласил вас на чашечку кофе, но мне работать допоздна. А за разговор с вами меня могут уволить. Да и кофе тут поганый. Вы ведь Спектр, верно? Руководство запретило нам с вами разговаривать. Я могу вам помочь? Мистер Варгас, я капитан Шепард, Спектр. Насколько я понимаю, вы сотрудник Binary Helix. Это верно. Рафаэль Варгас, отдел продаж. Вас интересуют наши услуги? Возможно. Это зависит от того, какое предложение может сделать ваша компания. Насколько я знаю, по программе генного усовершенствования у Цитадели договор с Соларианской корпорацией. Вы знаете, на каждый финансовый год мы принимаем новый бюджет. Договор можно изменить, если это поможет усовершенствовать наших солдат. Здравая деловая практика. Простите мои сомнения. Я никогда не слышал, чтобы правительство обвиняли в деловой хватке. Начну со стандартного замечания. Никогда нельзя гарантировать, что то или иное генетическое усовершенствование приживется. Каждая ДНК уникальна. Наши технологии дают 8% улучшение функций надпочечников, 12% ускорение свертывания крови и существенное сокращение деградации мышц в условиях невесомости. Впервые слышу о технологии, улучшающей переносимость невесомости. Мы первые, кто ее разработал. Открытие искусственной гравитации на основе нулевого элемента снизило актуальность этой темы. Тесты для определения средней эффективности пока не завершены. По оценкам, снижение потери мышечной массы составит от 7 до 11%. Эти улучшения я могу вам устроить за 30 тысяч кредитов на человека. По оптовому заказу могу организовать улучшение органов чувств. Гарантируется зрение 1,33 и слух от 12 до 22 тысяч герц. Как вы распространяете свои улучшения? Инъекции ретровирусов требуют много времени. Для того, чтобы усовершенствовать организм улучшенными ДНК, требуется время. Клетки кожи сменяются за 2 недели, печени – за год, скелета – за 10 лет. Иногда мы можем ускорить процесс путем полного переливания и инъекций, стимулирующих регенерацию. Но результатов все равно приходится ждать полгода. Должен признать, меня удивило то, что вы здесь по деловому вопросу. На Наверии идет много научных проектов. Часть из них не вполне законна. Простите, мне поступил вызов. Я отвлекусь на минуту. Конечно. Простите, для лиц без корпоративного счета отель закрыт. Я не могу вас впустить. Приглашаю вас отдохнуть и расслабиться в нашем кафе. Вход ограничен в целях защиты частной жизни постояльцев. Сегодня прохладно. Поставили бы они зеркала на орбите, чтобы сфокусировать сюда солнечные лучи. Простите, для лиц без корпоративного счета от... Не вешай трубку. Старший брат, это я. На Наверии сейчас.
Не могу долго. Звонок по 10 кредитов за минуту. Еще. Прямая линия с траверса. Связь дорогущая. Мне нужна информация. Тут проблемка возникла. Synthetic Insights. Менеджер Лори Кейн. Его поймали за руку. А администратор Ханьшаня прикрыл конторку. Хочу, чтобы ты посмотрел, что можно узнать о... Записываешь имя? Ранадриль, Ган, Сва, Фалсум, Каратен, Нар, Эади, Бель, Аналейс. Да не, это администратор. Администратор Ханьшаня. Ну ты подумай об этом. Турианец не стал бы рисковать закрытием офиса. И не стал бы подводить свою команду. Их этому в армии так учат, что будь здоров. Я думаю, администратор использует этого Киина, чтобы отогнать мух от своей кладки. Конечно, я смогу узнать все сам. Но как ты думаешь, я протащу информацию через частные сети на Вере? Вот, к тому же результаты поиска по другим системам будут сюда идти 100 лет. Спасибо, старший брат. Мне пора. Да. Я скоро тебе перезвоню. Что вам нужно? Я слышала, у Апольда есть для вас кое-что. И меня это должно волновать? Вы его курьер или где? Нет, но могла бы быть. А я мог бы быть царем галактики. Гуляйте. Что вам нужно? Что вы там такое пьете? Человеческую кровь с корицей. Токановайте кого-нибудь еще. Не заставляйте нас жалеть, что мы позволили вам оставить оружие. У нас есть козырь, сержант Стирлинг, биотик. Не слишком дружелюбный к тому же. Лучше делайте, как администратор велит, а не то закончите, как Лорик Кин. Тут полно людей, с кем можно поговорить, а я на службе. Наверие — частная собственность. Помните, вы здесь, потому что это разрешает совет директоров. Не заставляйте нас жалеть, что мы позволили вам оставить оружие. У нас есть козырь, сержант Стирлинг, биотик. Не слишком дружелюбный к тому же. Спектр, верно? Да, это я.
Я раньше был военным технарем. Не считая людей Маэка, здесь все по уши в корпоративных делишках. Весь день сидят и дуют воду, дорогую, между прочим. Так что я могу для вас сделать? Как мне попасть в гараж? Нужен пропуск. Можете его получить у Аналейса или у менеджеров, если позолотите им ручку. Может, вы одолжите мне свой пропуск? Конечно, если захочу остаться без работы и попасть под суд. Служба безопасности отслеживает использование пропусков. Что вы тут делаете? Я главный механик Ханьшаня. Зовите меня просто Ли. Людям сложно выговаривать мое полное имя. У меня 12 подчиненных. Следим, чтоб челноки не ломались. Вы, похоже, обо всем тут знаете. Что здесь вообще творится? На вершине 15 какие-то проблемы. Аналейс прикрыл Synthetic Insights. Да еще матриарх пожаловал. Что за проблемы на вершине 15? Кто ж знает, там сейчас метель. Но метели и раньше бывали, а вот спутниковая связь до сих пор не отказывала. У 15-й всегда была дурная слава. Никто не говорит, что они там делают. А всякий, кто там побывал, возвращается молчаливым. Вы знаете, где сейчас матриарх? Вы ищете ее? Она улетела на вершину 15, перед тем, как с комплексом потеряли связь. Что вы говорили о Synthetic Insights? Ходят слухи, там был замешан Лори Кин. Так что Аналей закрыл офис СИ, причем по-тихому. Так что никакие юристы с других планет не в деле. Что вы тут делаете? У меня 12 подчиненных. Мне пора идти. Если что нужно, я буду здесь. Доступ в гараж ограничен. Я здесь по делу Цитадели. Мне нужно покинуть станцию. Чтобы войти в гараж, вам нужно разрешение мистера Аналейса. Исключений нет. Простите. Доступ в гараж ограничен. Я просто шла мимо. Удачного дежурства. Всего хорошего. Чем я могу вам помочь? Я слышала о каком-то происшествии на вершине 15. Об этих слухах нам известно. В настоящий момент связь с комплексом потеряна из-за непогоды. Всем сотрудникам следует вспомнить свои подписки о неразглашении и перестать болтать языком. Что за непогода может нарушить современные каналы связи? В горах Скади сейчас снежная буря. Спутниковые сигналы не проходят через облачный покров и снегопад. Значит, вы так и будете молчать и ничего не предпримете? Длинные языки губят 3/4 прибыли. Вы используете более резкие выражения, чем здесь принято, капитан. Что за корпорации работают на вершине 15? Весь комплекс арендован Binary Helix.
Насколько велики здешние лаборатории? У нас есть 17 исследовательских комплексов, встроенных в горы. Каждый из них самодостаточен и включает сотни рабочих мест. Расскажите мне о компаниях, работающих на Наверии. У нас арендуют лаборатории больше 250 высокотехнологичных фирм. Среди основных акционеров – Elanus Risk Control Services, Binary Helix и Synthetic Insights. Я не могла видеть название Synthetic Insights в новостях. Это одна из четырех корпораций, которым Совет Цитадели дал лицензию на разработку искусственного интеллекта. Это вызывает много протестов, но нашу систему безопасности еще не прорвал ни один демонстрант. Поэтому Synthetic Insights вкладывает в нас много денег. Ваша охрана работает на РКС, так? Совет директоров получает у них скидку на охрану комплекса. Кроме того, Elanus разрабатывает оружие летального и нелетального действия. Binary Helix? Они работают в области генетики? Binary Helix – лидер в области генетики и биотехнологий. Они стараются не светиться в прессе. Они проводят исследования в области биотических модификаций. Это не нравится луддитам, органистам и фундаменталистам. Я хочу поговорить с Аналейсом. Одну минуту, пожалуйста. Мистер Аналейс. Да, что, что? С вами желает встретиться капитан Шепард, сэр. Да, хорошо, входите. Чем я могу вам помочь? Очень хорошо. Простите, что не встаю. Мне некогда развлекать косморожденных бродяг. Я здесь как Спектр, а не как землянка. Помните об этом. Поверьте, я об этом не забываю. Это очень приятное начало. Я буду сотрудничать с вами настолько, насколько этого потребует совет директоров. Бизнесмены прилетают сюда, чтобы избежать волокиты с галактическими законами. Я провожу расследование. Дело касается галактической безопасности. Да, а что ее не касается? Я не позволю вам тревожить наших клиентов. Эта планета — частная собственность. Я слышала, матриарх Азари здесь. Бенезия, так? Прибыла несколько дней назад в сопровождении личного эскорта и с грузом. Сейчас она на вершине 15. Я хотела бы немедленно ее увидеть. Боюсь, что это невозможно. Вершина 15 — частное владение в горах Ск... К тому же там сейчас снежная буря. Челноки не летают, наземный путь тоже перекрыт. Что вы можете сказать о ее грузе? Большой, тяжелый, опечатанный. Оружие детектора не обнаружили, а все остальное нас не касается. Что ее сюда привело? Если бы я и знал, то не смог бы сказать. Она прибыла в качестве поверенного агента Сарана. Простите, в качестве кого? Поверенного. Саран — крупный акционер Binary Helix. Леди Бенезия уполномочена действовать от его имени. Она здесь по делам Binary Helix. События на вершине 15 потребовали внимания Сарана. Что вы подразумеваете под личным эскортом? Это понятно по самому выражению. Телохранители, обеспечивающие ее личную безопасность. В основном десантница... Вы впустили сюда Азари, которые убивают своими мозгами, а на наши пистолеты взъелись? Они соблюли все правила. У меня не было причин запретить леди Бенезии взять их с собой. Вернемся к другим моим вопросам. Каждая минута моего простоя обходится компании в 12 кредитов. Надо будет начать вести подсчет. Вы ведете дела с Сараном? Я, кажется, вам уже объяснил, разве нет? Он крупный инвестор корпорации Binary Helix, одной из лидирующих организаций на Наверии. Binary Helix разрабатывает для него оружие? Учитывая его интересы, возможно. То, что наши клиенты делают в своих лабораториях, это их дело. На вершине 15 возникли какие-то проблемы. Из-за непогоды с районом потеряна связь. Все восстановится в течение нескольких дней. Почему закрыты Synthetic Insights? Я начал внутреннее расследование в отношении менеджера их офиса в Ханьшане Лорика Киина. Пока ничего больше сказать не могу. Апольт просит меня пронести контрабандный пакет мимо охраны. Чтобы что-то сделать, мне нужны не только ваши слова.
принесите мне то, что он переправляет, и я поступлю соответственно. Так вы его арестуете? Здесь никто не любит судебных процессов. Они нервируют акционеров. Скорее мы его просто отпустим. Разумеется, он попадет в черные списки местных компаний. Не так быстро. В обмен мне нужен доступ к гаражу. Вы быстро соображаете. Если нарушение серьезное, я выдам вам пропуск. Я разберусь и вернусь к вам. Я ценю ваше сообщение. Я ухожу. Хорошо. Пока вы разглагольствовали, я получил с десяток важных сообщений. Мистер Аналис не единственный, у кого есть пропуск на выезд из Ханьшаня. Вам не приходилось работать в корпоративном бизнесе, так, капитан? Через бюрократию напролом не пройдешь. Похоже на то. Мне нужен обходной путь. Поговорите с Лориком Киином. Скорее всего, вы найдете его в баре отеля. Большего я не могу сказать. Мистер Аналис рядом. Вы предложили мне поговорить с Лориком Киином? Мистер Аналис не единственный, у кого есть пропуск на выезд из Ханьшаня. С тех пор, как офис Киина закрыли, он целыми днями сидит в отеле. Я отняла у вас много времени. Вовсе нет, Спектр. В конце концов, это моя работа. Человек передумал и готов помочь торговцу? Расскажите мне еще раз о работе. Торговец добыл для одного покупателя особый... Вы хотите использовать мое положение для контрабанды? Это вполне точно. Я хочу знать, кому предназначен... Клиент. Человек понимает беспокойство торговца? Из-за задержки клиент теряет терпение. У меня с этим нет проблем. Торговец смиренно благодарит Спектра. Пакет будет доставлен на его корабль. Человеку только нужно принести его торговцу. Пожалуйста, человек, не упоминайте об этом при администраторе Аналейсе. Торговца могут оштрафовать. Торговец может еще чем-либо помочь человеку. Я просто осматриваюсь тут. Торговец будет ждать возвращения человека. Простите за мою грубость при первой встрече, я не хотела вас оскорбить. Я отвечаю за безопасность и сохранность частной жизни здешних корпораций. Мы не ожидали прибытия боевого корабля Альянса. Ничего страшного. Вы очень доброжелательны. Аригато. Я могу для вас что-нибудь сделать, капитан? Здесь повсюду охрана. Часто бывают проблемы? Я уверена, Паразини-сан вам уже растолковала, как тут ведутся дела. Каждый хочет, чтобы его защищали от остальных, но каждый также считает, что вправе давать всем остальным пинка. Поэтому вам приходится держать их всех в узде.
Моя работа — это в основном дипломатия. Если двое орут друг на друга, мои ребята входят, показывают пушку, и товарищи переходят на вежливый тон. Эта должность научила меня быть беспристрастной. Разве у них нет своих служб безопасности? Все что угодно, от хакеров до наемников. Им же надо защищать свои вложения. Но носить оружие можем только мы. Вот почему компании все время пытаются подкупить моих людей. У меня есть четкое правило против частных заказов. Всякий, кто работает на стороне, будет уволен. Почему вы до сих пор здесь? Вы охраняете мой корабль? У каждой компании есть свои тайны. Часть из них занимается не вполне законными делами. Присутствие здесь спектра их нервирует. Аналейса сама засыпали просьбами вышвырнуть вас с планеты. Значит, вы защищаете Нормандию от компаний? Я защищаю их от них самих. У них нет ни людей, ни навыков, чтобы напасть на фрегат Альянса. Расскажите мне о себе. Сначала вы. Я просто сотрудник охраны. Я думала, что спектров людей не бывает. Как вы попали на эту службу? Мы с командой были на Иден Прайм во время налета Сарана. Вы отключили ядерное устройство? Тогда понятно. Спецслужбы любят тех, кто умеет думать головой. Я послужила в космической пехоте, потом демобилизовалась и пошла в частный сектор. Случалось бывать под огнем, а в конце концов стала командовать этим отрядом. Я пойду. Сайонара, капитан. Не лезьте в неприятности. Я буду следить за вами,